Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтоб он явлен был Израилю». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И, крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.